летишь? Когда прилетишь? Да время, да. Что, тогда пошли сейчас сядем и полетим. Ну все, время придет и полетим. Тогда рассказывай сейчас. У тебя козюля на носу. Не правда. Да. Скажи. Ну что, Ли, ты готовишься к полету? Наверное. Не знаю. В аэропорту такие штуки. Полиция. Лиза, так ты куда прилетела хоть? Да не знаю. Не знаешь до сих пор? Да. Картинку такое видела. Твои предположения, кто это может быть? Ты прочитала? Да. Так, хорошо. Какие у тебя предположения, в какой ты находишься стране? Никаких, я не знаю. Ну, хорошо. Ты же слышишь язык? Это английский. Английский. А какой еще ты слышишь язык? Китайский. Китайский, прекрасно. А еще какой? Русского чуть-чуть. Что-что? Русского чуть-чуть. Русского чуть-чуть, да. Какой мы можем сделать из этого вывод? В какой стране мы находимся? Мы находимся в стране разноязычных. Разноязычной, да? Ага. Ну, есть такое. Ну, хотя бы примерно. Хоть чуть-чуть, ну подумай. Лондон. А, нет. Не Лондон. Давай еще. То и тут, и выходи из-за угла, и ты догадаешься, в какой ты стране. Хорошо? Смотри. Лиза, слезь с салона! Ты ж тяжелая! Ну что, Лиза, в какой ты стране находишься? Израиль. Слава Богу! Это тыква! Это уже и Лондон! И все на свете. Израиль, Лиза, да, ты в Израиле. Сколько вы летели? 3 дня? Ну, как вам не прилететь? Я сейчас разрыдаюсь. Мы не всегда тут. Кораблики входят в центр Тель-Авива. Не переживай, Лиза. Не переживай. У меня живот большой. У меня живот большой, не переживай, Лиза. Лиза, ты возьмешь двумя руками. Я тебе подаю эту палочку и еще сверху палочку, хорошо? Первую. И вторую. Удачи. Сейчас я заплачу. Сколько? Раскатали девчонки нас на карусели. Девчонки, вы не боитесь? Нет. Нет? Хотя тут так высоко. Тут так высоко, но нас... Thank you.
позвонили, а то он опять звонит. Мы тут сонный такой. Сонные котята. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, хоть этот путь ведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Много кафешек интересных. Куча магазинов прикольных, которые я у нас в России даже не видела подобных. Это мы приехали в Иерусалим. Ура, сахил, гуль, шеле, сами, шота, гуль. Чего, знаешь, называется? Да. Лизонька, что у тебя в ручке? Письмо. Расскажи, как это. Не скажу, это секрет, тут не сбудется. Ты написала какие-то пожелания, да? Да. И пойдешь на стену плача, да, сейчас? И получишь эту записочку, правильно? Пускай все твои желания сбываются. В смысле, что они раньше делали то же самое, что и сейчас? И будет помнить. Девчонок, тут чаем угощают? На рынке. На рынке. Чаем делают. Туда. Thank you. Thank you. Девчонки, наверное, горячо. Да. Мы пришли в порт. Приехали. Без тебя попсуем. Вот Марина такая. Очень клевое местечко. Кстати, я когда ездила в это, я прям там такие же были. Я хотела очень сладкое делать. Кислое. Мама, попробуй. Не хочу. Знаете, детские спагетти в томате, или бургер. Знаете, Лиза, это всегда так приносит. Знаешь? Это первый раз. Нет, это не так. Она когда-нибудь закончится? Да, это все нам? Да. А мы так наедимся. Все нам? Ничего себе. Ничего себе. Юля, нам, наверное, больше ничего не надо заказывать. Ну, надо. Надо за это ждать. Это очень много. Нам за это платить надо. Спроси Эйфу Шрутим. Это на иврите будет. Девчонки, красоту наводите? Да. Отлично. Ну-ка. Какие вы красивые. Маска влажная еще написана.
провинции. Вот это классно. Покажи ты. Вот. Да он меня уже кусал. Я хочу себе на... Надо вот так себе на плечо. Я хочу себе на плечо. Иди ко мне. Он спать собирается. Спать собирается? Да, он спит. Стой, постой ровно. Постой, постой, постой. Бай-бай. Это ж твоя мечта, да? Да. Иди ко мне. Смотрите, какая прелесть. Подставляй под лапы ему прям. Снимите его! Эй, привет! А мне сейчас сожрет сережку, я умру от страха. Переставила. Лизочка, подожди. Сейчас, мы никуда не убегаем. Пожалуйста, не лезь ко мне. Мне очень хочется спрятать сережки, потому что, мне кажется, они их привлекают. Не бойся. Не хочу его, мам. Заберите. Да, класс.
все. На день рождения только попугай принимается. Да ты что? Ты. Волнистика, волнистика. Друзья, как все-таки прекрасно, когда ты в декабре можешь позволить себе вот так вот одеваться в футболочки, маечки и гулять. Мы уже послезавтра вылетаем в Краснодар. Я знаю, что там погода просто отвратительная, что очень печально, но что делать? Как говорится, родину не выбирают. Так, что еще вам рассказать? Ну, бензин в Израиле 3.5 раза дороже, чем в России. Ну, по крайней мере, я сейчас про Краснодар говорю. Цены космические, цены дорогие абсолютно на все. Я, конечно, понимала, что здесь не мана небесная по ценам, но я не предполагала, что так дорого. Но что сказать, здесь и прожиточный минимум у людей гораздо выше, чем в России. Квартиры, конечно, стоят огромнейших денег, просто каких-то... Когда мне называют цены, я поверить не могу, что квартиры могут стоить таких денег. Причем это не какие-то шикарные квартиры, абсолютно обычные. Очень дорогая земля в Израиле, соответственно, очень дорогая недвижимость. Мне лосины нравятся. Надо брать. А вот еще вот рыжая курточка. Тут тоже много всего непонятного. Прекрасно. Почтовый ящик. Я не помню, сколько. Туфли, мама. Туфли. Шедевр. Боже, шедевр. Надо брать. Вообще не понимала, как тут что-то растет. Тут земли практически нет. Какой-то шматочек маленькой земли и такое огромное растение. Кот необычный, зато с камерой. Какие клевые места. Вообще необычные. Thank you.
авокадо. Сейчас мою руку. 5.11, есть по 9. Доброе утро. Это когда ты утром просыпаешься и в футболке выходишь на улицу. Тогда утро доброе. Там стройка везде идет, капец просто. Но это лучше, чем зима. Лизань, как тебе Израиль? Понравился. Но в Краснодаре лучше. Аэропорт такой большой вообще. Просто огромный. Пойдем в Дети Фри. Посмотрим, что там. Да. Смотри. Такие бриллианты. Такой каблучок милый. Вообще, вот как я люблю. Это мой размер. Надо было в Макдональдс. Сейчас посмотрим, что мы тут забрали. Бургер, картошка фри, игрушка там. Боже мой. Сплощён. Какая гадость. Сплощён. Сплощён. А это вообще кто? Я не знаю. Вот мы папе подарим. Да, и тут еще наклеечка. Отлично, это мы даже папин. Мультика, это из мультика. Папин наклеим. Папа любит у нас наклейки с игрушками, да, Лиза? Да. Довольна? Да. А что, все сиденья заняты, да, Лиз? Или у тебя медитация? Там не крадут никогда.
Я, конечно, подарков себе набрала, но как еще тащить потом чемодан? Это, конечно, вопрос хороший. Но главное, мы в Сочи, почти дома. Да, Лисен? Без этого резины ничем. Говорю, хорошо, Лиза. Но только включила чайник, поворачиваюсь. Чай уже не нужен. Стройка вот идет рядом совсем. Надюшна, скотина орёт-то. Лисёнок, завтрак готов. У нас вот такой вот завтрак в номере. Не считая того, что петух орёт за окном и стройка идет, вообще, конечно, отель потрясающий, прекрасный. Наш отельчик. Я украшаю к Новому году. Во дворе такие кабиночки миленькие. И вот, вон уже море, вот лесенка. Вот лесенка, а за лесенка уже набережное море. Смотрите на что же. На море смотри, смотри на море. Сосмеется вон ребенок. Нет. Ребенку 7 лет. Я боюсь. Давай, я тебе помогу. Нет, нет. Помогу, вот смотри. Ой, мама. Ах, сколько будет разных сомнений. И соблазнов. Забывай, что эта жизнь не детская игра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Вот наши места. Наш папа выкупил нам шикарный. Прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою.